Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Вот такая красота цветет. Pink Surprise. Решила все-таки оставить, потому что дома у меня все-таки розы стоят, а в теплице пока, пока так. Хотя утром в ту часть я еще не заглядывала. Туда надо пробираться, вытаскивая все баррикады. Тоже когда будет тепло. Но сегодня помимо обычных бутонов, обнаружила еще у Green Valley вторую стрелочку, второй носик. Так что она у меня хорошо в прошлом году откормилась. 9 литров, напоминаю, грунт усел. После, помните, я сажаю всегда где-то 1,5 сантиметра от края. Грунт усел, луковица как следует наелась. И вот два носика. Из того, что еще где-то может дать носики, пока все остальные спят. Это я вчера уснула с мокрой головой, теперь нос течет. Так, где-то здесь я тоже видела с утра, пока проверяла общее состояние. Где-то еще видела один бачок готовый, по-моему. Нет, вот здесь вот, похоже, здесь скоро вылезет носик. Это загар. Кстати, вот так выглядит загар. Это не клещи. Не клещи. Это загар. Точно так же выглядит он и вот тут. Здесь видно, я сняла старый лист. Осталась незагоревшая часть. И это загар. Так. Там непонятно кто. Непонятно что. Непонятно где. Вот здесь может что-то там пролезать. Вроде шейка набухшая. Ну, там в ту часть пока не заглядываю. В ту часть уже через несколько дней у нас закончатся ночные холода. Ну, как на несколько дней будет по ночам плюс 6. Полью по чуть-чуть, просто чтобы поддержать корешки. То есть, если обычно летом у меня полив 200 мл, 100-200 мл, в зависимости от погоды, то сейчас полив будет буквально по 20-30 мл. Просто, чтобы грунт был слегка смоченный, не мокрый. Потому что мокрый и холодный грунт грозит гнилью корней и донца. Так что вот так. Вот и сейчас у нас 11 часов утра. Вот такое вот солнышко. Теплица, светло, тепло, и мухи не кусают. Обожаю солнечные дни, тогда у нас даже дома я отключаю отопление, потому что дома дышать невозможно, от жары становится. Так что вот так. Вот тут пока рано, тут только листик пошел расти. Вот. Тут тоже пока рано говорить. Хотя, может быть, где-то что-то и начнет там скоро появляться. Но я говорю, пока еще рано. Основной рост цветоносов начинается где-то с середины февраля. Так что вот это три партизана пока радуют меня. Третий партизан вот там на оранже стоит. А остальные пока радуются зимовке. Им пока еще недостаточно света. Поэтому они сидят. Ну, тут листик появился. И, судя по шейке, может быть, вот отсюда пойдет стрелка. Что еще тут у нас? Ну, тут пока ничего. Пока все сидят в ожидании побольше света. Свет, тепло, свет, тепло. Вот все, что нужно гипам для красивого цветения. Ну, я пойду гулять и кормить собаку. Желаю всем удачного дня. Пока!